Здравствуйте, мои дорогие. Вот интересно, как-то бывают такие дни, прям за день столько сделаешь, а бывает, не знаю, вот, да, вот бывает твой день, бывает не твой день. Вот сегодня у меня такой день. И не получилось мне Элимус отправить ни вчера, ни сегодня парик. И что-то вот как-то я кручусь, вроде кручусь с утра, а ничего толкового не получается. Видео у меня загружалось сегодня 3 часа. Я чуть с ума не сошла. Вот, девчонки, смотрите, вишня какая. Она там уже черная наверху. И внизу уже такая. А мне даже некогда ее собрать-то. Она вон... уже на землю падает, а мне не до этого, жду сына. Он у меня все-таки мужчина высокий. Да еще если на лесенку залезет, может, пособирает. Ее главное внизу немного. Она вся наверху. Ну вот нет времени, ну что хочешь. И с мальчишками надо на море съездить. Ну, это, видимо, уже после жары поедем. Спасибо вам за комментарии. Спасибо большое. Прям читаю. Радуйте меня, мои хорошие. А я уже, честно говоря, со своими ногами... даже боюсь на лестницу лезть. Ахнешь, что потом не соберешь костей. Вот как они цвели. Вот кто видео мои смотрит, все было белое, а теперь все пожухло. Розочки вот эти цветут, зато как. Спасибо, кто-то мне написал, что нравится мой маяк. Ну, он уже такой страшненький стал, а у меня нет времени его подкрашивать. А ведь все очень просто. Обычные пластмассовые ведерки из-под краски. Цементом заливаете, потом вытаскиваете из ведерок и все. Правда, он тяжелый, маяк. Его просто так не сдвинуть. Ну, вот сегодня хоть... крыльцо вымыли, то прям все руки не доходят. Видите, у меня для чего гномики? Они у меня дверь держат. Потому что когда ветер, тут так эту дверь колотит об стены, что прям вот, видите, ручкой. Вот они. Цемент. Ой, как горячо. Плитка какая горячая, кошмар. Ну ты аккуратно, Егор, меня-то не залезай. Привет, Ихтиандр. Ну, вечером побольше. Во всяком случае, в море людей побольше.
да, так плохо купаться. Да. Ну да, что-то их прям совсем. Как лягушки в болоте. Да ладно. Неприятно, конечно, слишком много этих водорослей. Ну что вы хотите сказать, что домой пойдем? Парк. Парк? Да. Если получится. А ты чего? Я кушать хочу больше. Слава тебе, Господи, кушать захотела. Короче, водоросли не понравились ребятам. Ой, наконец-то мы дома. Что-то я прям устала. Ну что, открывайте дверь. Кабасенька. Кабасенька лежит. Прохладненько, да? Кабася. Ты мой золотой. Ты мой хороший мальчик. Надоела жара, да? Да, вечером-то лучше, конечно. Привет. Привет. Видишь, хвостом мотает. Не дали полежать парню. Он же любит в одиночестве. С характером кот. Кабаська, пойдем молочка попьем. А в ответ тишина. Не хочет пока. Коба, ты домой идешь? Или гулять будешь? Кабаська. Черный гуляет у нас просто. Просто гуляет. Даже домой не приходит уже. 2 дня уже нету. Кабася, что ты за кот? Не ответишь, хоть мяукнул бы. Явился Гулёна. Истощал весь просто. На кого ты похож-то стал? Хвостом виляет. А? Где ж ты по столько дней-то вот это? Шалавица. Взрослый пес. И все по девкам. Весь бока ввалились. Просто, блин, ну что это? Чернуш. И ты пришел пообсуждать его, да? Ну что, сейчас поест, ведь и уйдет. Коба, ты осуждаешь его за это, нет? Чего, мяу? Ты сам-то дома не ночуешь. Ну что, пусть ест. Господи, как щеночек стал. Худющий. Ну вот она, любовь-то. До чего доводит.